Жители поселка Станционный протестуют против строительства станции сотовой связи. Вышку собираются установить прямо на месте детской площадки. При этом место стройки даже не огорожено, а дети по-прежнему приходят сюда поиграть. Возмущенные сигналы принимала Мария Красуцкая. Металлическая конструкция длиной 28 метров. И это не спортивный снаряд. На детской площадке собираются установить вышку, базовую станцию сотовой связи. Уже залит фундамент. Расстояние до качелей будет всего 7 метров. Столь опасное соседство возмутило местных жителей. Мы не заказывали эту вышку, мы ее не просили. Нас никто не спрашивал. Почему ее устанавливают здесь? Лесов-то вон, ну нельзя вот где-то на окраине построить ее. Именно вот тут вот. Там надо лес вырубать. Жителей о появлении вышки никто не предупреждал. Согласия не спрашивали. Рабочие в этом дворе появились неделю назад. Каждый день здесь с утра до ночи работает техника. Дети играют, ведется сварка, работает кран, стрела туда-сюда ходит. И все это над игровой площадкой. Эта детская площадка чуть ли не единственная во всем поселке. Сюда ежедневно приходят играть десятки детей. Правда, сейчас качели пустуют, кто в школе, кто в детском садике. Между тем, даже никакого ограждения от места, где возводят вышку, здесь нет. Этот район в поселке называют улицей медиков. Квартиры здесь еще в советские годы выдавали врачам и медсестрам местной психиатрической больницы. Она находится в соседнем дворе. Люди уверены, станция сотовой связи может нанести вред. Это чревато для вас, для вашего здоровья. И раковые заболевания, сердечно-сосудистые, и у кого вот эта вот одышка, значит, астма. Для детей это очень вредно. Вышку устанавливает компания «Ростелеком». Специалисты подтверждают, что участок, где находится детская площадка, для строительства был выбран не случайно. Именно это место лучше всего соответствует техническим параметрам. Данное место было выбрано из свободных мест, предложенных администрацией. Базовая станция находится в 20 метрах от детской площадки, имеет пакет разрешающих документов и санитарно-эпидемиологическую экспертизу. В администрации города Полевской нас уверяют, отказать не могли. Все разрешения у Ростелекома уже были получены. Они предоставили все экспертные заключения Роспотребнадзора о возможности размещения, что все санитарные нормы соблюдаются. Все рассматривалось. И расстояние от жилых домов и детских площадок. Администрация и Ростелеком заключили договор аренды на 3 года. Местные жители написали заявление в прокуратуру. Вышка должна быть установлена к концу октября. Если помешать строительству не удастся, люди готовы пойти на крайние меры. Я ее болгаркой изрежу и свалю нафиг. Мария Красуцкая, Анна Медведева и Павел Мамаев. Новости 4 канала.